На дорогах Одинцовского округа проводится профилактический рейд «Мобильник». Его главная цель – снижение количества и тяжести ДТП, которые происходят из-за использования водителями мобильных телефонов и других гаджетов за рулем. Автомобиль должен быть оборудован устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Иначе водителю грозит штраф. Но самое главное, во время разговора машина становится практически неуправляемой. И даже несколько секунд могут привести к аварии.